бывшая прима Большого театра решила порадовать поклонников. Несмотря на мороз в минус 25 градусов, Анастасия разделась до бикини, практически не прикрывающего ее интимные места, и вышла из своего особняка. Прогулявшись по снегу босиком, эпатажная звезда принялась позировать, разведя руки в стороны. Артистку сняли снизу. Она внимательно посмотрела в объектив фотоаппарата. Танцовщица заверила, что вскоре окажется на любимом курорте. Подготовка к Мальдивам идет стремительным ходом. По-волочковски, написала Анастасия в личном блоге.